Идущий на профит, приветствую тебя. Привет, друзья, там господа, рад вас их видеть. Лайки, подписочки, колокольчики. Конечно же, нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем. 3 июля сегодня. Давайте смотреть, что у нас по биткоину и криптовалютам. Как и говорил, визуально, конечно, картина идеальная на Х-образку. То есть дно, сквиз без перелоя. Ну и потихонечку должны выгребать куда-то сюда. А продавец хороший есть, но он не возобновляется и не давит почему-то. Шорт. Я взятый по 30900, скорее всего, буду сейчас по безубытку выставлять, потому что пока что у меня стоп сейчас здесь. Ну и буду ждать дальнейшего развития событий, потому что, ну, не нравится, как мы это выходим здесь. Во-первых, альты многие смотрят вверх. Вот смотрите, какой антиатом, да, остановились у, здесь вот у пустот. То есть редко, когда мы остановимся у пустот. Чаще всего какой-то раш этих, ну, короче, проторговку вот этих вот пустых областей идет. Поэтому, ну и на многих альтах, короче, так видится. Потом по многим альтам, вот сейчас смотрю, на Binance доги у меня в безубыток. Доги, короче, ставлю стоп за крайний максимум. И смысл ловить что-то выше я не вижу. То есть вот здесь вот за 0.715 я ставлю. Ну и все, в принципе, потому что здесь высокая вероятность, пока что это тест снизу, но высокая вероятность получить как раз таки третье касание, потому что третье касание я ждал, что вот оно здесь, четвертое должно быть пробой, действительно, это может оказаться пробой, но если мы закрепляемся выше 0.715, мы входим в уровень зажима, а это значит, что это было третье касание, и раз, два, три, четвертый будет пробой. Вот, но третье касание также может спровоцировать проторговку пустот на доги по 0.8, да? А тут еще по 0.9 можно сквиз какой-то сильно получить. Чтобы так не рисковать, стопы выставлены. А, что еще? Так, я вот сейчас смотрю. Доги в безубытке. А, Маск в прибыли. ААВ в безубытке. Матик в небольшом минусе. Но опять же, вот, например, Матик и Лайткоин. У меня небольшие минусы на Binance, но на Bitme мне так хорошо доплачивают по Лайткоину. Там ставка финансирования 0.4. И мне, короче, за эти дни вот удержание накапало больше, чем... То есть я зашел по 95 в Лайткоин. Сейчас Лайткоин там 110-112, и мне прибыль перекрыла убыток по Лайткоин. То есть у меня даже прибыль есть нереализованная от фондирования. Вот это круто, конечно. Ну, это к токену, к битку торгуется, поэтому там доплачивают. И по матику то же самое. То есть на Binance к доллару он у меня в небольшом минусе, а вот на Bitme у меня по нему небольшой плюс из-за фондирования, хотя цена ниже. Точнее, цена входа ниже, чем сейчас цена. Вот так вот парадоксик. Вот, по остальным. Вот Маск UZT неплохо. Даже, я бы сказал, жирно пока себя чувствует. Ладно. Чё-чё-чё. Опять же, по лайткоину. Ну, давайте почитаем комментарии. Там про XMR спрашивали, я посмотрел. И про лайткоин. Сейчас ответим. Привет, Геймлер. Посмотри, пожалуйста, XMR. Инвентарный график на один день. 12 часов. Есть подозрение на зажим. Вряд ли. Почему? Потому что стадии разгона нету. Раз касание, два касания, вот третье касание, допустим, да? Но стадия разгона, она очень мала. Вот стадия разгона, если вот здесь вот под первичным сопротивлением считаем, да? И диапазон зажима. То есть как минимум диапазон зажима намного больше, чем разгона. Нужен разгон для зажима. Зажим это как бы распределение, либо разворотная, да, после которого мы весь этот разгон поглощаем, либо провокационный выход дальше на диапазон. Тут не хватает. То есть, а если вот эту вот всю форму брать, это надо зажим откуда-то отсюда рисовать, но это явно не то. Так, привет, геймер, так, это прочитал. Если пробьем уровень 31-32 тысяч, куда полетим? Да я откуда знаю, куда полетим? Пустота проторговывать. Опять же, где тут биткоин-то у нас? Давайте CME откроем. Блин, какой-нибудь. Давайте что-нибудь откроем уже. 31-32, ну вот, тут вообще пустота. Тут, в принципе, до 40 будем быстро лететь. В таком случае. Но опять же,
очень сильное сопротивление сейчас, вплоть до 32 тысяч. Я думаю, что все равно рано или поздно отклонимся. Но если это бычий рынок, то куда-то вот сюда. Если это по моим прогнозам, на, в средней сроке, там, на 4-5 месяцев, это вот сюда и ниже, возможно. Так, благодарю за прогноз 2 июля. Лайк, слушай, дорогой, как думаешь, лайткоин перехалкивает ракета? Ну, как видим, да. Или все-таки вниз полетим? Дай свою оценку, братиш. Братишка! Лайткоин! Короче, у меня следующее... Какого? Мысля, то, что лайткоин глобально 20-25. Не знаю. Вот так вот. Хотите? Верьте, хотите? Нет. Это струинится. Спасибо за обзор. Ну, что сказать, как всегда, база. Это база. Спасибо за обзор. Что думаешь по комп? Выглядит красиво. Красиво для чего? Ух ты, а он зажим у нас отработал. Ну, все, в принципе, либо здесь остановка по компу, да? Либо шортить, ребята. Либо... Че тут? Хотя нет, здесь не такие уж и пустоты. Ну да, короче, тут уже зажим отработал, я что-то проморгал. Ёпта, кульминация хорошая. Ну вот, опять же, кульминация. Как вот ее высчитывать, я пока не нашел вариантов. Без логарифма не работает, с логарифмой все равно очень низко. Да, то есть, по идее, это вот если была бы 0.618, можно было бы брать. А так, вообще, зажим очень красивый. Видимо, давно я чертил его, долго не возвращался к этому активу, потому что комп, конечно, так заруинили жестко. Вот сколько он, господи Иисусе, он 930 стоил, 64, жесть. О, я помню, его еще на сотке торговал, но он очень хорошо выглядел, то есть, когда вот тут вот, да. По идее, компу-то сюда надо было, но там произошел сбой. Там, короче, спиздили, по-моему, у компа. Короче, весь баланс украли, представляете? Но он выдержал, он даже не делиснулся. Ну, суть в том, что красиво, красиво. Раз касание, блин. Раз касание, два... Так, нет, 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 сейчас посмотрим. А, слушайте, блин, тогда получается все верно. Если мы фибу растягиваем по линии контроля, так и получается, что 0.5.0.618 мы пришли. Значит, в таком случае эта тема работает. Раз, два, три. Ну и пробой пошел. Ой, блин, как я так пропустил. Вот, кстати, один из таких пропусков — это атом. Тоже линия точки контроля. Раз, два, три. Ну, блин, вот ну как так? По идее, атом, если все удачно, он отлетит на 16. Это там, ну не 2 икса, но нормально. Ну вот, кстати, АВА, если... расчехлить, тут ничего такого нету. То есть, есть линия контроля. Раз. Два. Здесь тут уже больше касаний. Значит, линия контроля не здесь, потому что три. Что у нас? Четыре. Пять. Вот тут, кстати, зажима-то, получается, и нету. Да, Binance, конечно... Вот, что меня смущает на фоне всего этого, это, конечно, Binance. Как она торгуется на US и как торгуется в моменте на... обычной бирже. Тут давит пипец. Вот. Два одинаковых графика. На Binance US просто подавляют. А на BNB пытаются вытащить. И у кого-то из блогеров я видал про спуфинг очень сильный. На Trading Light можно посмотреть, там очень жестко поджимают. Так, эфир с биткоином откроют на CME. Да. Но его откроют, я немножко ошибся, не 31 июня, потому что 31 июня не существует, а 31 июля. Гэмблер, ты не пробовал пользоваться тепловой картой HighBlock? Хорошо показывает уровни. Нет. Это не HighTMAP. Тепловая карта, где там желтая ликвидность показывает или что. Я понял, да, про какой-то сервис говоришь, там, я не знаю, ты, возможно, с Украины, а я с России. У нас там, я пробовал оплатить про-версию, у меня какая-то хрень, там, через PayPal, я, короче, даже разбираться не стал, блин, постоянно. Вот Trading Light то же самое, то можно оплатить, то нельзя оплатить, что такое. Вот у меня по ревкам что-то приходили какие-то бонусы, я за счет их оплачивал. Хотя один раз я картой оплатил,
относительно недавно, месяца 3 назад. А потом у меня опять что-то не получилось. Короче, не знаю, если у тебя есть, прям кидай в чат, будем благодарны. У нас в чате очень мощные эксперты. Даем оценку капиталам. У нас вообще как бы в чате сидят люди в костюмах, если что. Если вы думаете, что там какой-то дурачок в трусах сидит и аналитику пилит в чате, вы глубоко ошибаетесь. Там прежде чем открыть чат, все открывают костюмы и анализируют Goldman Sachs, активы, пассивы, ну вообще все эти умные слова. Поэтому присоединяйтесь, ссылочка в описании к чату, это бесплатно. Да, у нас там жесткие правила, да. Хотя я посмотрел правила других чат, не сильно у нас и жестче. У нас еще лайтовее, но благодаря тому, что мы регулярно чистим, в чатик можно войти и кайфовать с ребятами из Goldman Sachs, конечно. Там серьезные криптовалютные гиганты сидят, но они просят не разглашать о себе, потому что у них есть еще другие бизнесы, там ракеты запускают, машины, электрокары. Не всегда они могут в чат что-то написать и просят особо не разглашать, что они тут сидят. Вот, ладно, все, лайки, подписочки, колокольчики, до новых встреч, да прибудет с вами прибыль, пока.